Да, действия трещин разворачиваются в 30-е годы в школе-интернате. И в нем рассказывается о напряженных отношениях учительницы плавания со своими ученицами. Miss G, she is fearless and true. No textbooks today, girls. And an example to every one of us. В один прекрасный день приезжает испанская студентка. И она повлияет на жизнь каждого человека. Точка, точка, точка. We have a new girl coming all the way from Spain. Whoever you are, you are late. That's Fiamma, the aristocrat. It seems the bar has been raised, Radfield. What falls at her feet so unjust, so unearned. Мой характер очень сложный. Она отличный учитель, очень сильная, полная жизни, страсти. И в то же время она просто маленькая девочка, очень-очень нежная, как Бланш де Буа. Так что играть все эти вещи было просто фантастически. Has anyone seen Fiamma? Why must you follow me? What are you afraid of? I want them to know what you really are. Is everything all right, Miss G? Fiamma wanted to spread hateful lies about me. Меня всегда завораживала навязчивая любовь. Это здорово, как далеко можно зайти ради любви. Кроме того, меня всегда восхищали неуравновешенные люди. Поэтому было очень интересно исследовать темноту. Look at what he has done. Why can't you see it?